Белгороде жесть. Взрывы и пожар в городе. Вечером 30 августа пригород и область были под обстрелом. Видео прилетов появились в сети. Местные власти заявили о работе противовоздушной обороны и прямом попадании снаряда в автомобиль. По данным ШОД, в результате взрыва на трассе в районе улицы Щерса загорелся легковой автомобиль. Очевидцы утверждают, что в него могли попасть обломки сбитой ракеты. Также горела крыша ТЦ «Сити Молл». Кроме этого, Росми сообщают о попадании в многоквартирный дом на улице Щерса. Губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков обвинил в обстреле Украину и заявил, что горят два частных дома. А из-за прямого попадания снаряда в машину погиб один человек. Как утверждает Гладков, всего в результате погибло 5 человек и 14 травмировались. Украинская сторона не заявляла об атаке. При этом днем 30 августа россияне запустили из Белгородской области по Харькову 5 управляемых авиабомб, сообщила прокуратура области. Одна из них попала в 12-этажный дом. Количество пострадавших в результате обстрела возросло до 97 человек. Также известно о 7 погибших.